Производство киностудии «Синфильм», Корейская Народно-Демократическая Республика. Дорога тысячу ли. Над фильмом работали автор сценария Ким Сэ Рюн, режиссер Ким Гиль Ин, оператор Ли Ги Вон. Роли исполняют Квак Вон, У, О Мин Ран, Че Вон Сик, Ли Сол Хи, Ким Чхун Су и другие. Корея переживает трудные дни. В стране хозяйничают японские колонизаторы. До свидания. До свидания. Ты хочешь что-то сказать? Спасибо тебе. За что? Ты добрая? Меня? Бездомного бедняка? Ну что ты? Я ведь тоже не из богатых. Пока. До свидания. Устал? Давай я. Ничего. Подходим к перевалу. Поменьше болтайте. Будь осторожен. Главное – проскочить перевал. Сделай все, как договорились. Все будет в порядке. Только слушай меня. Я, кажется, сказал не болтать. Ах, ты мерзавец. Слышишь? Собака. За что бьешь? Сейчас узнаешь. Получай. Готов. Сонгё, на выход. Иди.
Проходи. Это правда? Чего ты молчишь? Правда. Я убил японца. Говорите громче. Чэнь-хи. Я убийца. Мне грозит смертная казнь. Прощай. Нет. Забудь меня и нашу любовь. Нет, слышишь? Нет, нет. Свидание окончено. Я буду ждать. Слышишь? 10 лет. 20 лет. Я буду ждать всегда. Господин прокурор не принимает твоего подарка. Почему? Их обоих ждет смертная казнь. Расстрел? С японцами шутки плохи. Они церемониться не станут. Сейчас военное время. Убийство японского машиниста могут расценить как диверсию. Но есть одно условие. Я готова на все, лишь бы его спасти. Машинист-японец первым напал. Если это учтут, им предстоит несколько лет тюремного заключения. Но ты сама понимаешь. Отец сказал, он продаст все, чтобы Сунгю выпустили. Помогите. Все зависит от прокурора. Его жена умерла, и он скучает без женщины. Проведешь одну ночь с ним. Выпей с нами. Я не пью. Да это пиво, не бойся. Неудобно отказываться. Пей. Не бойся, девочка. Смелее. Ну? Давай. Выпей. До дна, до дна, пей до дна. Молодец. Пей еще. Быстро опьянела. Я, пожалуй, пойду. А вы уж не забудьте мою просьбу. Трикотажная фабрика, она будет в ваших руках. Тетя? Кто там? Это я. Ани,
Джинхи, что так рано? Когда пойдете на свидание, передайте это Сунгю. Прощайте. Джанхи. Джанхи. Пустите. Что ты задумала? Пустите! Опомнись! Пустите! Как ты могла на это решиться? Что я буду делать без тебя? Мамочка. Доченька. Он простит тебя. Успокойся. Время – самый лучший лекарь в мире. Оно исцелит все. Что мне делать? Джанхи. Свобода. Мы свободны. Теперь мы хозяева. И железная дорога, и паровозы. Все наше. Будем работать на благо Новой Кореи. Чанмо! Чанмо! Я здесь! Смотри! Вот она! Чанмо! Вот ты, мой маленький! Прости, сынок! Сунгю! Сунгю, не грусти. Следи за дорогой. Подъезжаем к перевалу Унхо. Вот и хорошо. Ну-ка, попробуй сам. Скоро тебе сдавать экзамены на машиниста. Мне? Да. Садись, не бойся. Вперед.
Ани. Дочка. Йобо. Отец. Его где гас? Где она? Не знаю. Омони. Дорогие родители. Йобо. Шханмо. Что? Беда. Дженхи пишет. Передайте Сунгю, что я желаю ему счастья, и чтобы ее не искали. Только отчаяние заставило ее так поступить. Мама, прости меня. Я ухожу. Сунгю дорог мне, но мы не можем быть вместе. Люди будут смеяться над нами. Я не хочу позорить его. Умоляю, не ищите меня. Молодец, настоящий машинист. Учитель хороший. А ведь у нас с тобой сегодня последний рейс. Сунгю. С этим сможете дотянуть? Посмотрим. Но как дальше быть без угля? Спросите в управлении. В Маньчжурию дорога закрыта. Остаемся без угля. Товарищ начальник! Смотрите, Чинджурское депо само добывает уголь для паровозов. Да? Как это мы не додумались? Пойдем на ближние шахты. Вот я и пришел к вам посоветоваться. На здешних шахтах не сможем. Забои затоплены, а детали насосов растащили. Да, трудно будет. Но паровозы должны работать. Проходите. Здравствуйте. Машинисты просят сделать насос. Нужно откачать воду из шахты. Хорошо. Чханмо. Дженхи. Сунгю. Принес? Вот хорошо. Сунгю, послушай, я видел Дженхи. Что? Это она делала детали для насоса.
Чжэн Хи уже не работает. Как не работает? Сюда приходил какой-то машинист. После этого она уволилась. Чжэн Хи. Здравствуй, Сунгю. Почему ты ушла из мастерской? Мастерская частная. Я хочу перейти на государственную работу. Могла бы предупредить. Ты уже не любишь меня? Я так долго искал тебя. Искал? Я уже не та, Сунгю. Не надо. Я все забыл. Но я не забыла. Все можно забыть. Пойдем. Устроишься на железную дорогу. Будем работать вместе. Ты согласна? Чжэн Хи. Извини. Мы должны расстаться. Что ты такое говоришь? Когда ушла из дому, думала, буду жить одна. Но так не получилось. Трудно быть одинокой. К тебе идти совесть не позволяет. Один человек мне искренне посочувствовал и посоветовал обрести семью. И вот я встретила свою судьбу. Прости. Нам не суждено быть вместе. Забудь меня. Твое самопожертвование я воспринял как любовь ко мне. А теперь я не понимаю. Да что там говорить? Сунгю. Будь счастлив. Сунгю. Как ты могла обмануть его? Скорее иди и скажи ему правду. Не могу. Зачем губишь свое счастье? Сунгю не приходил? Нет. Страдает бедняга. Где же он может быть? Наверное, занят в депо. Работой пытается заглушить свою боль. Возможно. К тому же переживает, что на смену опоздал. Я приготовила ему завтрак. Хорошо. Заверни. Я схожу к нему. Сначала сам поешь. Спасибо, потом. Чхольсу! Сунгю не видел? Я сам его ищу. Вот беда. Пассажирский пора отправлять, а машиниста нет. Как нет? Придет. Сунгю человек надежный. Обязательно придет. Не волнуйтесь, он не подведет.
А, каран марья. Ойде. Смотри. Да это же машинист. Осторожно. Ани. Что с тобой? Игавенери. Ты меня слышишь? А, Чханмо. Извини. Ты знаешь, как мне больно. Решил вырвать ее из сердца и выпил чуток. И вот, подлец, как ты мог так поступить? Чуток выпил? Не бойся, я могу работать. Что? Я сказал, не бойся. Свое дело я знаю. Замолчи. За что? Машинист отвечает за жизнь пассажиров. На наших плечах магистраль страны. А ты? Стыдно за тебя. Ударь меня еще раз. Ударь. Люди считали тебя одним из лучших. А оказалось, грош тебе цена. Прости. Обидно за тебя. Чханмо, нам пора. Надо что-то предпринять. Итак, все ясно. Придется нам ехать. Вы только что из рейса. Да еще и нездоровы. Ничего не поделаешь. Я виноват, что поверил в него. Мне и отвечать. Это же пассажирский. Думаешь, только товарные под откос? Поезде те, кто отнял у меня землю и заводы. Это же враги. Их нельзя щадить. Пошли. Черт побери. Как же быть? Надо пустить поезд назад. Кто же это сделал? Подумай только. Успокойте пассажиров. Сейчас. Ложись. Быстрее. Теперь вы у меня получите. Поезд. Это они. Уходим. Там же люди. Алло? Алло? Что же это такое с телефоном? Вот беда. Алло? Что? Бандиты напали на поезд? Где? Алло?
Слушаю. Поезд без управления? Я открою разъездной. Иначе погибнут люди. Есть. Где машинист? Авария. Все побежали. Не знаю. А это зачем? 90-й без управления. Что вы делаете? Спокойно. Хочу смягчить удар. А разве так можно? Посмотрим. Не сидеть же сложа руки, когда люди в опасности. Останови! Что ты задумал? Сунгю! Останови! Мы все погибнем. Надо прыгать. Говорила мне мама, не надо ездить на поездах. Все, теперь конец. Здесь подождем. А ты уходи. Зачем? Теперь я справлюсь один. Нет. Зачем двоим рисковать? Умирать? Так вместе. Не дури. Живо прыгай. Я сказал нет. Прыгай! Прыгай! Нет! Я приказываю, прыгай! Нет! Осторожно! Спасены. Осторожно. Родной мой. Как же мы будем жить без тебя? Ты так радовался, когда пришло освобождение. И вдруг смерть. За что? Чханмо. Это я. Сунгю. Открой глаза. Разве можно так? Прости меня. Я во всем виноват. Только я.
Сунгю. Не надо, Сунгю. Вставай. Он оставил тебе железную дорогу. Теперь ты заменишь его. Прости меня, учитель. Прости. 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 Тяжелые дни переживала страна. На нее напали американские империалисты. Я задумал. Почему такая тишина? Не знаю. Машинист! Всех эвакуировали. Нет ни души. Эвакуировали? Мы опоздали. Смотрите, американцы! Быстрее! Мост горит. Тормози. Как нам быть? Что же делать? Объясни им про эшелон. На станции Унхо стоит военный эшелон. Паровоз вышел из строя. Вы должны пригнать эшелон сюда. Я объяснил им, сэр. Хорошо. Вперед! Быстрее! Быстрее, быстрее! Разумеется, приятель. Да благословит тебя Бог. Хочешь пригнать вражеский эшелон? Не рассуждай. Топи. Чего это он? Сунгю продался. Не думал, что он такой. Да. Надо его убрать. А этих? Их тоже. Другого выхода нет. Подбрось побольше. Скоро станция. Я беру американцев на себя. А ты займись этим. Не болтайте. Лучше займитесь делом. Смотри, что там на станции. Хорошо. Почему не работаете? Соблюдайте спокойствие. Улыбайтесь и слушайте меня. Я проскочу станцию и направлю эшелон на разбитый мост. Что? Я сказал, улыбайся. Понял? Прежде чем проскочим станцию, убери одного. А с другим я сам справлюсь.
Раскали кочергу. Понял. Покажем, на что способны корейцы, у которых хотят отнять свободу. А вот и эшелон. Поддай жару. Быстро. Прыгайте здесь. Что? Этому не бывать. Нет, товарищ машинист. Некогда торговаться. Скоро мост. Только с вами. Начинается уклон. Разгоню, а потом тоже прыгну. Давайте вместе. Быстрее. Товарищ машинист. Обо мне не беспокойтесь. Скорее. Ясно. Это вам на прощание. Самолеты. Вагон горит. Там же цистерна.
마시세요. что это? 언니. 진희. 축복아 올라요. 축복아. победа. ты слышишь? салют. Бабушка, не знаете, куда уехала женщина, которая здесь жила? Откуда ты ее знаешь? Мы с нею большие друзья. Она погибла во время бомбежки. Бедняжка. Погибла. А ее сын? Сын? Кажется, его взяли в детдом. Герой войны Ким Сунгю. Хорош, герой. Хорош. Почему не дал знать о себе? Виноват. А мы уж не надеялись, что встретимся. Рада видеть тебя, Сунгю. Я тоже. Садись. Рассказывай. Я очнулся на больничной койке. Наши солдаты, отступая, спасли меня. А я даже не знаю, как зовут моих спасителей. Вот как. Выписался из больницы и сразу назначили на прифронтовой транспорт. Вот и не успел заехать. Знал бы ты, как Джин-Хи горевала. Думала, что ты погиб. Джин-Хи! 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 Джин-Хи, она плачет! Иду! Скорее! Сейчас, подожди! Хорошо. Мианею. Бор. Йобо. Не надо, оставь. Тебе пора на работу. Ничего, успею. Эльцо. Посади ее мне. Мианею. Прости. Ну что ты все, прости, да прости. Я ведь не чужой тебе. Я твой муж и кто? Товарищ по борьбе. Что смотришь? Ты такой странный. Всегда и всем доволен. Потому что люблю тебя. Какой ты терпеливый. А я всегда чувствую себя виноватой. Даже не прикрикнешь на меня. Что ты заладила, как дитя? Хотел было поручить тебе важное дело, а ты... Какое дело? Скажи.
Я послал запрос насчет сына Чханмо. Можешь уточнить? Хорошо. Я обязательно узнаю. Спасибо. Ну, беги. Милый. Возьми завтрак. Сонми-я. Сонми. Папа едет. Скорый поезд. Папочка. Мама, это папа. Мама, иди же, папа. Здравствуй. Папа, здравствуй. Не спи. Смотри вперед. Ну и помощничек у меня. Извините. Всю ночь не спал. Не оправдывайся. Как же можно дрыхнуть в пути? Мы отвечаем за жизнь людей. За технику. Опять спит. Сколько можно повторять? И не обижайся. Человек, который выучил меня, наверное, всыпал бы тебе по первое число. Папа? Папа? Простите, скажите, пожалуйста, где мой отец? Вы дочь нашего машиниста? Да? А вы кто? А я помощник. Да? Входите. Ваш отец пошел к начальнику. Сейчас придет. Извините. У моего папы крутой характер, да? Ничего. Но он добрый. Правда, немного упрямый. А где ваш дом? Нет у меня дома. Нет? Отец и мать в войну погибли? Да, погибли. Почему стоим? Помощник куда-то исчез. Плохо начинает парень. Вы, наверное, неважно учились в школе? Почему же? В институт не поступили, как и я. Я добровольно пошел на железную дорогу. Но, кажется, ошибся. Пора бежать. Хольсу, подождите! Почему увиливаешь от работы? Говорит, к начальнику управления ходил. Зачем? Хочет уволиться. Так. Ты же добровольно сюда пришел. Добровольно. А теперь хочу учиться. Направьте меня в институт. Человек должен учиться в молодости. Значит, тебе не нравится здесь? Ты ведь знаешь, как нужны люди на железной дороге? Конечно, знаю. Но эта работа мне не по душе. Вот, значит, как. Не по душе. Ты прогульщик и разгильдяй. Ищешь легкий хлеб? Думаешь, в институт принимают таких, как ты? Ладно, иди. Прошу уволить меня. До свидания. Уволить? Он давно просился в институт. Я запрашивал школу, где он учился. Ответили хорошо. К тому же он сирота военных лет. Надо помочь парню.
Вам виднее. Подумаем. Слушаю. Сунгю, здесь. Тебя. Здравствуйте, товарищ начальник. Чхольсу. Второй помощник. Ты знаешь, кто он? Сын Чханмо. Вы, кажется, его искали? Сын Чханмо? Да, спасибо. Он сын Чханмо. Моего учителя. Сын Чханмо? Ну как, отпустили? Надо идти к начальнику. Он не возражает, а машинист против. Сказал? Нет, не смог. Почему? Если он узнает, кто я, совсем перестанет меня слушать. Пусть временно поработает кочегаром на паровозе. Он должен полюбить профессию машиниста, как сын Чханмо. Смотри на дорогу. Я сказал, смотри на дорогу. Что вы ко мне придираетесь? Я придираюсь? Это что такое? Пар спадает. Черт. Почему плохо работаешь? Только топку охлаждаешь. Быстрей! Еще быстрее! Давай! Быстро! Не могу. Не можешь? Научим. Зачем бросил? Знаете, вы еще пожалеете? Куда? Куда побежал? За что? За что вы меня? В чем я виноват? В чем? Умру. А на железной дороге не буду работать. И в институт не пойду. За что издеваетесь? За что? Что случилось? Переведите меня в другой паровозный отряд. С этим стариком работать не хочу. Все время издевается. Где же справедливость? Издевается, говоришь? Словно я его лютый враг. Замолчи. Дать бы тебе по физиономии. Да уже поздно. Не поможет. Цени своего учителя. Все равно работать с ним не буду. Как ты смеешь? Да ты хоть знаешь, кто такой Сунгю? Это герой войны, как и твой отец. Они оба вместе работали и сражались. Что-то с трудом верится. Замолчи. Это твой отец вырастил Сунгю. Значит, отец и... Твой отец любил его, как родного брата. Отец сидел в тюрьме вместе с Сунгю. А после освобождения они вместе работали на железной дороге и шли всегда впереди.
Незадолго до смерти твой отец просил Сунгю научить тебя водить поезда. Не говорите дальше. Простите, я виноват перед вами. Почему вы не сказали сразу, что знали отца? Почему? Чхольсу. Простите меня. Я вел себя как мальчишка. Не надо плакать. Ты же мужчина. Слышишь? Чхольсу. Дядя, я все эти годы очень страдал без родителей. Папа! Смотри, кто к нам пришел. Не узнаешь? Это Чхольсу. Сын моего друга Чханмо. Сын? Чхольсу. Живой. Живой. Дочка. Чхольсу не помнит своих родителей. Покажи ему фотографии. Хорошо. Пожалуйста. Вот бы поженить их. Я тоже так думаю. Это наш долг перед его родителями. Это ваш папа. Это мама. Это вы, мой папа, моя мама. А это я. Сначала могилы твоих родителей были в разных местах. А после войны папа нашел и перезахоронил их весной и осенью. А также в дни поминок я, папа и мама приходим сюда, ухаживаем за могилой. А теперь мы будем ухаживать вместе. Ну что, готово? Да. Вот ты и знаешь, где могила твоих родителей. Будь достоин их памяти. Он обязательно будет, папа. Скоро перевал Унхо, на котором погиб твой отец. Запомни это место, мой мальчик. Он был честным человеком и отличным машинистом. Любил родину и боролся за нее до конца. Я благодарен ему за науку. Кем бы ты ни был, помни, что ты сын героя. Я верю, что ты станешь таким же, как твой отец. Ну что ж, в добрый путь. Учись хорошо. Счастливо тебе.
아니. Ты чего? Ты 왜 그러고선? Что с тобой? Нан. 아무데도. Никуда я не поеду. Почему? Нан. Стану машинистом. Буду продолжать дело отца. Чхольсу. Чхольсу. Чхольсу, Тому. Тому на обучение Чхольсу. Почему ты все время молчишь? Извини, больше не буду. Честное слово. Ты знаешь, мой отец хорошо отзывается о тебе. Верит, что ты станешь хорошим машинистом. Говоришь, верит в меня? Да. Хочешь, я открою тебе один секрет? Открой. Машинист — это хорошо. Но я мечтаю, что мой будущий муж будет врачом или инженером. А почему бы не доктором наук или академиком? Поступил бы ты в институт. Ты же говорил, что был отличником. Я и сам мечтал об институте. Но я выбрал другой путь. Надо учиться в институте. Раньше я тоже так думал. Но теперь я решил, что пойду по стопам своего отца. Ты куда? Скорый. Сонми! Воскресенье буду! Жди меня! Что? Жди в воскресенье! Что? Не слышу! Не слышу! Автор литературного перевода Анна Качмарская. Редактор Тамара Иваненко. Фильм озвучен для киноклуба «Феникс» и проекта «Старое кино» в 2014 году. Конец фильма.